Патроны, пистолеты, ружья, винтовки – это лишь небольшая часть арсенала, который то и дело изымается у народа. Кто-то из этих подпольных коллекционеров входит в список так называемых черных копателей, которые зарабатывают на жизнь поиском трофеев. Как правило, для таких личностей все заканчивается одинаково – статьей за незаконный оборот оружия. Однако есть и те, кто попадает в список нелегалов по случайности. Например, человек сохранил на чердаке дедушкин трофейный маузер или охотник купил незарегистрированные патроны из-под полы. Редко кто об этом задумывается, но такое легкомыслие может закончиться не только штрафом, но и реальным тюремным сроком. Подробнее Юрий Шевчук. Эти 200 незарегистрированных патронов инспекторы природоохраны нашли дома у пенсионера из Солигорского района. Предназначены боеприпасы для винтовки ТОЗ-8. Для каких именно целей мужчина планировал использовать эти патроны, он так и не признался. Не исключено, что жертвой могли стать и звери в ближайшем лесу. Иногда они используют его с целью незаконной добычи диких зверей. И, соответственно, в процессе этих незаконных охот, как правило, вот это оружие изымается сотрудниками государственной инспекции. Такие случаи, говорят специалисты, не редкость. Часто в погоне за экономией охотники покупают боеприпасы не в специализированных магазинах, а из-под полы. В итоге хранение незарегистрированных патронов или ружья может закончиться для человека не только административным протоколом, но и уголовным делом. Это то оружие, которое еще наследие советских времен. Поскольку в настоящее время у кого-то еще с тех пор завалялось где-то какое-то ружье, где-то на чердаке, где-то кто-то еще прячет его и не сдал в установленном порядке. Львиная доля оружия, которое попадает на подпольный рынок, это трофеи черных копателей. Бойцы ГУБО периодически разоблачают таких нелегалов. Чего стоило одно задержание брестских радикалов, которые в своих квартирах оборудовали настоящие склады с арсеналом. Понятно, что в одночасье всех проблем не решить. Отдельные личности продолжат изучать леса на предмет старого оружия, а кто-то скажет, мне дедушкин пистолет на чердаке не мешает. Но если вдруг найдутся те, кто решит избавиться от незарегистрированных огнестрелов и боеприпасов, то отличный повод для этих людей появится уже на следующей неделе. Традиционная акция «Арсенал» начнется 3 апреля и продлится 5 дней. За это время каждый, кто решит добровольно распрощаться со своим незарегистрированным оружием, будет освобожден не только от уголовной, но и административной ответственности. Юрий Шевчук, Анатолий Долотовский, Зона Y.